Всем привет! Перед просмотром включите субтитры и подпишитесь на канал. Если вы хотите поддержать канал донатом, вы можете сделать это, перейдя по ссылке в описании. С выходом Dunhill составы в Небесном Городе немного обновились. По многочисленным просьбам показать, как я прохожу этап против Лилит, я решил сделать этот ролик. Итак, для начала составы. Мира, Аврора, Рэмбо, Сью, ну и за место Люцифера я поставил Данхильд. По снаряжению покажу, какие снаряжения оставил на героях, ведь многое зависит от них. Если вы выбрали снаряжение, которое станет или же как-то мешает Лилит, то ваша команда попросту погибает. Итак, по порядку, снаряжение на Мире. Серое и оранжевое 2. Буду называть снаряжение по цвету, чтобы было проще понять. Аврора. Синее 1 и оранжевое 1. На Рэмбо я поставил фиолетовое 1 и оранжевое 2. На Сью синее 1 и фиолетовое 2. Ну и на Данхильд я выбрал фиолетовое 1 и фиолетовое 2. Ни в коем случае не ставить оранжевое 1 пассивное, потому что оно дает оглушение, так же как и у Миры. Поэтому перепроверьте все снаряжения перед началом боя. Души зверя будут показаны уже в начале боя. Итак, вначале мы ультуем Авророй, чтобы ускорить всю команду. И далее советую вообще не использовать ульту Сью, так как с Данхильд цветок Лилит пропадает очень быстро. И ваша команда из-за ульты Сью может просто погибнуть. Я также не использую ульту Рэмбо тоже, потому что у меня стоит Грифон. И даже если я снимаю один фрагмент Грифона и использую ульту Рэмбо часто, то вся моя команда так же само погибает. Поэтому я просто ее не использую. В двух словах, используем энергию всю на Данхильд, и если у вас есть излишек энергии, как у меня, то тратим ее на Миру. И не забываем об Авроре время от времени ускорять команду. Ну и далее смотрим, как я нанес свой максимальный урон.
Ну и последние 10 секунд в конце боя мы можем использовать ульту Сью и ульту Рэмбо. Как-то так. На этот раз я побил свой рекорд по урону 193 миллиона. До этого у меня было намного меньше, примерно 160 с чем-то. Поэтому очень хороший результат для меня. А кому ролик был полезен, ставим лайк и подписываемся на канал. Всем пока-пока.